последний шанс у брелка искупаться в ультразвуке с пеночкой. Ну что, проверяем после ультразвука наш брелочек. Как-то прибор, чтобы тут лучше было видно, надо прям экранчик подвинуть. Так вот, у меня что-то аккумулятор. Проверим, чтобы хороший был. 1,7 вольта. И значит, переключаем на миллиамперы. И замеряем наш приборчик вот таким вот образом. Ой, наш прилодчик, да. Как тут нам расположиться, чтобы все было четко зафиксировано. Помог нам ультразвук или нет, сейчас мы узнаем все вместе. Оп. И видим ток потребления 10,5 миллиампер. Ультразвук нам не помог. Вот это самый финал, как говорится. Все, брелок уже новый, заказан. Так что всем удачи. Всем пока.